В новом отделении, кроме того, будут оказываться такие медицинские услуги, как безоперационное лечение всех форм варикозной болезни, лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи, папиллом, бородавок, кандилом, невусов, кератом, кожного рога и так далее. Сейчас мы активно работаем по деструкции паращитовидных желез этого пациента, когда повышенный уровень ПТГ, находящийся на гемодиализе, которые не могут принимать какие-то виды лекарственных препаратов, им тяжело принимать, у которых они трудно подаются. К сожалению, такая проблема существует во всем мире. Чем человек длительно живет на диализе, естественно, у него будут возникать те или иные виды нарушения обмена, которые будут ухудшать его общее соматическое состояние, да, приводить к какому-то дискомфорту. Но чтобы это избежать, мы сейчас применяем бескровный метод деструкции паращитовидных желез. Работу нового отделения медицинского центра БИОС уже успели оценить актюбинские пациенты. По их словам, качество услуг, которые здесь оказываются, на порядок выше государственных клиник. А некоторых услуг даже нет еще в регионе. Ну вот сейчас я прошла процедуру, называется лазерное очищение крови. Все это происходит через вену. Вот... Третья процедура моя. После первого, конечно, я ничего такого не заметила, а вот после второй процедуры, на удивление, и аппетит, и стала ходить очень много пешком, сон. И самое главное, у меня сахарный диабет второго типа, судороги ног ночью прекратились. Я считаю, очень эффектная процедура. Заместитель акима области Марат Токжанов, принимавший участие в торжественном открытии нового отделения медцентра БИОС, назвал это событие выдающимся для медицины региона. По его словам, увеличение объема качественных медицинских услуг необходимо для улучшения здоровья актюбинцев и комфорта проживания в нашей области. Преимущество новых видов лечения в отделении в том, что операции здесь выполняются амбулаторно под местной анестезией. При этом гарантируется минимальная травматичность и кратчайший срок восстановления работоспособности пациента.